Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас будет очередной шурф. Сегодня будем начинать именно вдвоем, как и вчера, Михалыч и Денис. Вот, потом подъедут еще комрады, надеюсь, приедут. Так что пожелайте нам удачи, чтобы находок сегодня было много и вас порадовать тем, что мы сегодня накопаем. Ну что, ребят, наши ряды пополнили. Евгений подскочил, фартовый человек. Дмитрий подскочил, тоже фартовый. В общем, сегодня день фартовых людей. Посмотрим, кто чего нафартит. Там у нас еще ребята подъехали. Там еще две машины. В общем, решили немножко перекусить. И у меня вот она, монета выпала. И монета, я вам хочу сказать, медная. И да, и это царская монета. Одна копеечка, 1800 какого-то года. Александр II. Правда, монета, наверное, будет как алик. Ну, чистка покажет. Монета какого сохрана. 5 копеек. Затерты, конечно. 1931 год. И вот такая. Ко мне вон Дмитрий ползет. Ну, я надеюсь, он здесь останется. Будет веселее. И сигнал у меня вот здесь вот. Смотрите. Медная, царская. Образец николаевский. А что за монета, сказать не могу. Но по размеру двушка. Какого царя именно, не скажу. Вот такая вот очередная медная выскочила. И был у меня сигнал. Я его, конечно, уже в руки взял, потер. И когда камушек заблестел. И верховая, ребята, верховая монета. Прям сверху черпанул. 20 копеек. 56-й год. Блин, везде шурхи. И Михалыч не даст соврать. Я на деда, на нашего земляного, мутюкнулся и очень серьезно ругался на него. И вот буквально я произнес эти слова, что дед, ты такой сякой, дай мне хоть одну монету. Тут же, через секунду, был сигнал. Михалыч, подтверди, Михалыч. 100%, говорит. И был сигнал. И выпала монета. Я вообще офигел, блин. Неужели на деда надо ругаться, чтобы он мне подкидывал монеты? Это у нас царица полей. Причем хорошего, бодрого цвета. Мрамор такой, знаете, мрамор зеленый. 1811 царица полей. С вашего разрешения я ее сейчас смочу, и вы увидите, какой сохран. Смотрите, какой сохранчик. Патина ровная. Просто шедевр. Ну что, вернулся я на шурф, где пацаны швыряются. Ну и у Дмитрия сегодняшняя хоть какая-то хорошая цинусная находка. Это пятак 1871 года. Для этого года Александровская очень хорошая, зачетная. Прям ништяк. У Евгения была трешка 1913, а вот у Дмитрия пятак. Так что Дмитрий у нас пока на высоте. Вот так вот. Классно. Классно. Зачетно. Ну что, ребята, от имени лучшего будем показывать то, что имеем. Имеем мы на этот раз 10 копеек. 53-й год. Вот такая вот монета. Так называемый рамочник. Рамочник 53-го. Не знаю, сколько стоит. Вы, наверное, уже сами знаете. Но интересное тем, что ни хрена здесь ничего интересного нет. Фундамент пустой. Сделали вот такой вот объем работы. Я уже засыпаю за собой здесь. Вот Михалыч тоже немного присыпал. Он его там вот начинает. И всего сколько? Михалыч 3. И я вот здесь вот 2.
Итого 5 монет всего-навсего. И это не айс. Это не айс. Ребята потихонечку разъезжаются. Нас осталось всего 5 человек. И четверо уже уехали. Сейчас вот Дмитрий последний уезжает. Итак, ребята, все. Этот фундамент выдохся. Да и я сам выдохся уже. Последние силы отдал на засыпку этого фундамента. В общем, что хочу сказать. Всего 5 монет с этого места. И это не очень хорошо. Я такие места не люблю особо копать. Но приходится. За собой присыпал как мог. Так что не обессудьте. Так, надо вам отчитаться, показать. Вот. Вот так вот присыпал. Хотя бы вот так, ребят, присыпайте за собой. Чтобы не было крупной, огромной ямы. А так в целом нормально. Так что пойдем, наверное, звать пацанов домой. Солнышко уже садится. Комрады кое-какие уже разъехались. Так что и нам пора. Ребят, находка. Находка настолько интересная, настолько удивительная. Я первый раз такое вижу. Это утюг. Утюг именно... Нагревали его на печи и потом утюжили им. Ну такой маленький я впервые вообще вижу. Вообще чудо, чудо утюг. Хороший экспонат для музея. Заберем, заберем. Вкусный звук, да? Да, у Михалыча там вкусняшка какая-то. Вон она, пробка вкусная. Пробка. Номерная, Михалыч? Номерная? 12. Да. Не? Обычная? Обычная. Ну ладно, в прямом эфире не получилось. Ну ладно, в следующий раз. Не успел, ребят, включить, выключиться. И у Михалыча опять там что-то. Шляпа опять, да? Ну, удиви. Да нет, ничего. Чего-чего? Нас дети смотрят. Колечко есть. Колечко было. Кольцо медное. Золотое. Нет. Сломанное, загнутое. Ну ладно. Михалыч опять там что-то звенит. Жбонь какая-нибудь опять, да? Типа капсули. Ага, язык. Язык? Че-то у Михалыча водка одна. Ладно, ждем какой-нибудь хороший, бодрый сигнал. Ребят, у Дмитрия классная находка. Смотрите, какая классная. Вообще огонь, одна копейка. Блин, солнышко, фокусируйся давай. 1798 год. Тереть не буду. Сразу видно, что, смотрите, какой бодрый сохран. Будет после чистки. Реле высокий, не затертый, вообще ни грамма. Просто огонь. Это на сегодняшний день самая лучшая находка, между прочим. Просто глаз. Зачет. Итак, ребят, этот фундамент Дмитрию, в принципе, хорошо сегодня дал. Конечно, не густо, как обычно, но он все же дал. Вот такая трешечка. 1913 год. Между прочим, один в один, как было у Евгения, который раньше всех смотался. Ему позвонили, и он умчал. Умчал за картошкой. Говорят, будут морозы. И он умчал на родину. Так что пока будем, наверное, без Жеки копать. В ближайшее время. А завтра приедет? Вот такая. Чё там? Пятак. Ну-ка. Чё? Ну что? Так, у Михалыча пятак. Ну-ка, давай какой-нибудь супер эдыка. 35-й. 35-й давай, ну-ка. Ну-ка. 52-й. Не. Это фигня, ребят. 52-й ничего особенного, интересного из себя не представляет. Ну ладно. Держи.
И это была последняя находка. Как обычно, да? На посошок Михалыч выкапывает монету, и мы сваливаем отсюда. Так, ну что, сам фундамент у нас как бы такой, знаете, присыпанный. Ямы котлована нету. Так что, ребят, все сделали четко. И на этом все. Засыпать ничего не нужно. И солнышко у нас садится за горизонт. Михалыч, все. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой видеосюжет, именно связанный с копом. Получился у нас небольшой слет. Было сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь машин сегодня. Вот. Комрадов было 9. Вот. В общем, нормально покопали сегодня. Остались самые стойкие. Вот. И сейчас, конечно же, вам покажу то, что мы накопали. Накопали, в принципе, неплохо. Так что смотрим обзор находок. Ну, а по находкам, ребят, у нас сегодня получилось вот так вот. 40 монет. Все, что интересное, я вам сейчас покажу. Это была вот такая-то одна копеечка с серебром 1840-го. Это у нас Александр. Затем Дмитрий. 1871, 1913, 1 копейка 1798, двушечка и серебрушка. Вот дальше что у нас еще? 2 копейки царицы полей, 1 копейка 1800 какого-то года, не знаю, Александр II. Так, что еще вкусное было? Вкусное. 15 копеек серебряная. И все. По-моему, вкусных больше предметов у нас нету. По шмурдику. Как-то вот так получилось. Между прочим, я вот такие вот пробки собираю. Говорят, коллекционеры их охотно покупают. У Дмитрия таких 2 пробочки. Цифра 12, 12 у меня. Несчастливое число 13. Так, вот такая вот планочка у нас. Вот такая. Между прочим, серьги тоже подняли. Дмитрий поднял тоже такую же серьгу. Итого их 2 штуки. Вот, по крестикам очень интересные вот такие вот. Я первый раз такие крестики вижу. И вот такая тоже. Приятная. Женский крестик лепесток. И была интересная бутылочка. Вот такая вот кефирная. Вроде бы как. Но она у нас с надписью. Надпись имеется. Нарком. Пищепром. СССР. Глав молоко. Классная. Конечно же, я ее заберу. А? Да. Вот такую бутылочку я заберу. С надписями вообще обожаю. Ну, как-то вот так вот. 40 монет. Плюс ребята, которые уехали, тоже немножко накопали. Так что, я думаю, коп удался. Ну, на этом и все. Всем пока. До новых встреч на моих шурфах.